Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян, задание 524. Осевые сечения двух цилиндров равны. Верно ли, что высоты двух цилиндров равны, если равны их осевые сечения? Это утверждение неверно. И вот давайте докажем это на примере. Возьмем цилиндр. Вот такой цилиндр, и изобразим его осевое сечение. Как известно, осевым сечением цилиндра является прямоугольник. Обозначим его АБ, СД. И рассмотрим другой цилиндр. Другой цилиндр с осевым сечением обозначим его А1, Б1, С1, Д1. И пусть... Запишем так. Пусть АБ равно А1, Д1, АД равно А1, Б1, и пусть АБ не равно АД. Тогда высота первого цилиндра H1, ну, осевое сечение цилиндра проходит по диаметрам оснований цилиндра и по образующим. Значит, высота равна образующей AD у первого цилиндра, а у второго цилиндра высота равна образующей A1, D1. И несмотря на то, что осевыми сечениями данных цилиндров являются равны прямоугольники, потому что их смежные стороны равны, АБ, соответственно, равно А1, Д1, а АД, соответственно, равно А1, Б1. Так вот, несмотря на это, данные цилиндры имеют разные высоты. H1 не равно H2. Поэтому наш ответ... Данное утверждение неверно. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.